Всем привет, дорогие друзья! Рад вас приветствовать на своем канале. Сегодня у нас снова ОМСИ 2, карта Чистогорск, и в качестве автобуса будет ПАЗик. ПАЗ 32054. Был у нас уже ПАЗик, но это немножечко другой рестайлинг, что ли. Вот там у нас была одна дверь, здесь у нас две двери, так что такой более городской автобус. Маршрут будет 116-й, он в принципе более городской, чем межгород. Вот, Чистогорск, Яблонька. Поедем от Чистогорска до СНТ Яблоньки. Мы сейчас стоим на автостанции как раз. Пробегаться тут особого смысла нету, все то же самое. Маршрут где-то в районе 30 минут. Давайте бегленько. Вот, открывается для гробов. А я на кладбище не хочу. Лючок закрывается. Также эта штучка. В общем, ну, пазик немножечко отличается от того, на котором мы ездили. В принципе, неплохой. Называется он ПАЗ Рыжик. Тут у нас такая вот серенькая получается решетка, бампер серый, да. А в том моде был как бы еще бампер железный. То есть там вот такая есть модификация. Здесь же модификация только лишь одна. Люки все открываются. В общем, неплохой автобус. Давайте перейдем непосредственно на место водителя и потом уже пройдем в салон. Так, открываем дверь и заползаем. Так, давайте дверь закроем. За окном у нас дождик сегодня идет. Эх, май месяц, дожди начались. Что ж, давайте я подам питание. Так, подали питание. Здесь вот есть такой кармашек. Сидуха немножечко другая. Таблички у нас уже стоят. Оплату не стал ставить, так как тут неудобно. Придется и дворники, и тут же, к тому же, ручная коробка передач, само собой. А я буду играть на руле, естественно. Куда ж я без него? Шторочка. Есть и хорошо, да, как нам ее теперь поднять? Вот, вот за эту пимпу. Форточка имеется, открывается, закрывается. Ну и больше все, никакого колхоза нету, то есть ничего такого. Кнопки все те же самые, вот кнопка за две двери сразу отвечает. Это дворники. Понятно, правый и левый. Свет, можно даже включить его. Вот кнопочки раз, раз, два и три над нами. Пока выключим. Это печь, также вот здесь. Печь — это обогрев стекла. Вот. Это тут не кликабельно. Есть даже вот наклеечка с передачами, да, чтобы мы не путались никогда. Вот так. Раз, первая, вторая, там, третья и четвертая. Ну, звук тут почему-то уже сам по себе, даже не заведен он двигатель есть. Дальше, ну, это понятно, свет, да. И, собственно, все, омывайчика тоже тут не кликабельная. Все горит, все работает, и это радует. Также вот здесь имеется наклеечка. При аварии остановиться, повернуть фиксатор, нажать на клавишу до упора и отпустить. Но это аварийная аварийка. И что, все, наверное, только аварийка. Тут розетка, да, и вот тут подсос, не подсос, не знаю. В пазике я никогда не ездил за рулем, поэтому мало чего могу сказать. Что ж, переходим в салон. Так, я решил включить свет, потому что темновато, дождик, тем более утро еще. Так, сразу люк давай проверим. Естественно, он открывается. Здесь все аутентичные пазику наклеечки есть. Да, еще рекламы не хватает какой-нибудь обязательно. Давайте дверь откроем. Открывается, закрывается, звук классный. Не, тут кликабельно? Да, но не работает. Но это пазик, это нормально. Он не старый, какого даже года, я даже не знаю, какого он года. О, очень прям чересчур чистый автобус, блин. Прям, так, молоточек, да, все дела. Все красиво, размусоливать долго нет смысла, потому что маршрут 30 минут, значит, будет видосик где-то 40. Это кто-то у нас едет такой. И здесь наклеечки, это запасной выход, выдерни шнур, выдави стекло. Ну, собственно, и все, давайте запускать автобус, и я буду прокладывать наш маршрут. Ах, эти звуки пазика, блин, кайф, просто кайф. Люблю пазик. В жизни ненавижу, но в игре люблю. Итак, господа, я проложил маршрут.
Включаем свет, фары, да. Ну, красивый пазик, нормальный такой. Конечно, с дворниками тут беда, да и хрен с ним. Мы же все равно в салоне едем. Не снаружи. Так. Первая. Вон наши пассажиры. Уже бегут. У нас 1 минута до отправления. Оплату я уже сказал, да, что не поставил специально. Якобы у нас кондуктор, да? Здравствуйте, проходите, давайте, не мерзните. Печечку, наверное, врубить, а то холодно. Давай, чтоб стекло тоже. Механика, механика, дружище. Они меня все знают уже тут, по месту. Ну, тут еще, кстати, спидометр другой. Немножко цвет панели друга там был черный, здесь такой серенький. Тоже неплохо. Нормально, пойдет. В принципе, меня устраивает. Так, а дверь я заднюю-то закрыл? Нет. Я ее и не открывал, кстати. Ладно. Газуем. Тихонько. И дворник, как в настоящем пазике. Я уже говорил, конечно, про это. То есть ты выключаешь его, а он в том же месте остается. Матеряться уже. Я вас не слышу. Я вас не слышу, господа хорошие. Здесь вечно красный у меня. Двигатель здесь такой же, ZMZ-5234, такой же, как на том пазике, по-моему, но может чуть другой, хрен его знает. Но пазик пазиком останется, как его ни крути, какие рестайлинги не ставь, он все равно останется пазиком, блин. А, остановки я не посчитал, да, вот что я забыл, можете сами посчитать, их тут хватает, я лично не буду этим заниматься. Печь, конечно, шумит, что надо. Зеленый стартует. Продовольственный тут. Так, туда не будем смотреть, пусть прогрузятся модельки. Блин, вот эти вот покачивания, все как в настоящем пазике. Автор, конечно, молодец. Ну, естественно, я с трекером. Да, без трекера. Так, пассажиры хотят выйти. У нас остановка Центральный проспект. Это он... Нет, это не она, но здесь хотят выйти, поэтому выпустим. А может и она, черт его знает. Нет, тут, наверное, автостанция все-таки остановка. Просто в подсказке она не подписана никак. Да, наверное, вот это. Потому что Центральный чуть дальше будет, должен быть. Так, все, да? Он заезжает. Зеленый, успеем. Зеленый долго горит. Так, автобус греется потихонечку, все ништяк. В этом пазике, насколько я знаю, можно табличку поменять, вот эту, вот, которая сверху. Потому что я в другом пазике менял и номера, и менял табличку также. Может, как-нибудь сниму видосик, покажу вам. Чисто для себя по фану сделаю. О, нам навстречу, смотрите, какой красавец идет. Тот самый легендарный пазик, на котором я ездил в деревню, только тот был желтый. Точно такой же. Да, жалко, что эпоха уходит. Но технологии движутся вперед. Как ни крути. Автобусы новее.
лучше и лучше. Но душа, конечно, у меня лежит в старой технике какой. Это ведь наше детство, да? У кого-то юность, у кого-то молодость даже. Жаль, конечно, что карту эту забросили. Чистогорск, блин, классная карта на самом деле. Много таких маршрутов. Как не межгородских, а вот таких сельских, что ли. Здесь я правильно еду, блин. Памяти у меня нет, чтобы запомнить маршруты все. Так, давай, дворник, я включу. По-моему, правильно. Надеюсь, там не сильно будет печка. Я постараюсь убавить. Давайте выключим. 17 градусов, должно быть тепло. Ну ладно, черт с ним, давайте до. Хотя бы до 17 прогреем. Тяжело, конечно, с таким звуком печки кататься. Эх, нелегкая работа водителя пазика. Прям даже в симуляторе немножко чувствуешь на своей шкуре, как это, блин, нелегко, а в жизни таки вообще. Так, ну что, хотели выйти? Да, вышли. Мы немножко вперед графика идем, так что я немножечко мотну времечко. Все, ребят, время мотнул. Поехали. Блин, для меня кайф вообще на пазике вот так поездить. Вот этот пазик мне нравится, тот, на котором мы ездили до этого, постарее, и рестайлинговый тоже. Тоже все неплохие. Да, конечно, доработочку бы, но, блин, и ОМСИ и так не оптимизировано, а авторы все-таки хотя бы пытаются угодить даже людям, у которых слабые ПК, блин. Это довольно тяжело на самом деле. Но лучше, конечно, на совсем пылесосе в ОМСе не играть. Не портить себе нервную систему. Потому что нервные клетки-то ведь не восстанавливаются, да? Ну, Чистогорск более-менее еще с ППСом дружит. Вот у меня где-то сороковник обычно. Давайте даже включу, сейчас мы с вами помониторим. Ну, 30 сейчас, потому что тут домиков много. Но для ОМСИ 30 FPS это, парни, нормально, я считаю. Для этой игры. Так, улица Вишневая. Вишневая семерка, неоновые фары. На стеклах тонировка, Вишневая семерка. Так. Все нормально. У нас зеркал, блин, жопа лежит кругом. А то бывает в пазиках у нас ведь здесь зеркало, еще рядышком повесят, еще какое-нибудь где-нибудь. Еще там спереди. Сейчас будет настоящий пазик, смотрите. Сейчас я его подопру очень-очень близко. Смотри, вот так. Вот так, вот так. Вот так, о! Да, конечно, не так много автобусов, которые действительно качественные, очень их мало. Но мы с вами все обкатаем, я думаю, скоро. Благо, я опять проникся в ОМСИ, точнее, опять основа. Проникся, прям хочется играть, хочется ездить. Крутить баранку, блин. Так, у нас остановка завод через минуту, через две минуты. Маршрут интересный, поэтому быстро проезжаешь эти полчаса, и, блин, вот так можно весь день просто кататься по одному маршруту. День пролетит. Так, вот он, завод. Блин, трафику накинул, конечно, побольше, потому что без него-то совсем скучно. И так, считай, все, трасса, трасса идет. Ям здесь нету, как в прошлом видео вы видели, да? Какие были ямы на Чугуеве. А по МГСу, парни, все так же, я уже говорил на стримах,
что МГС у меня лагает. Так, я его не кручу. Все, давай выключать печку. А то реально минус уши. Здорово, здорово, мужики. Так, и вот это выключим. Да, оставим с остановкой. Что-то я топлю, блин. Опять придется время натать. Так, постояли, покурили. Смотрю, вам больше заходят в русские карты, да, наши страны СНГ, чем Польша какая-нибудь. Там посмотрим вообще ничего. Вот по аннотации можете глянуть. Видосик, я оказался на карте НИСа. И вообще, блин, можете ознакомиться с плейлистом по ОМСИ, кто не видел прошлые видосы, посмотреть. Там есть довольно интересные видео. Карта Новосибирска, Чугуев, Чистогорск. Вот пока, наверное, эти три я и покатаю карту. Так, там остановка, блин. Что-то я пужанул. Пятьдесят лет октября. Ой, бордюр задел все-таки. Так, все заземлились. Все, поехали. Не, ну звуки огонь, блин, как они это сделали вообще? Как они вытащили звуки коробки-то? Знаешь, зеркало плохое совсем, но это не игра, это сам автобус. Видать, плохой в плане этого зеркала. Да и черт. Главное, что видно, отражает и отражает. Дождя, конечно, тоже дает о себе знать. Я надеюсь, меня четко, нормально слышно. И вам слышно игру. Так, авторынок. Вот так-то на авторынок приехали. Ну, здравствуй. Здорово. Так, ну чего, никого нету? Так, здесь нам прямо. На самом деле, вот, очень хочется увидеть в ОМСе автобус КАВС 4238, 41, по-моему. Интересный автобус такой, у нас такие ездят в межгороде. Вот. Вставлю вам вот фоточку, такого хочу видеть. Блин, реально поездил. Также вот ПАЗик 3204, он мне, правда, не очень нравится в плане салона, но как межгород, вообще самое то будет автобус. Вот, ребят, буквально недавно ехал стоя в нем, и там просто невозможно стоять, там у дверей невозможно стоять, в проходе невозможно стоять, неудобно. Вот уж не знаю, конечно, насчет новых комплектаций, как там не ездил, ни разу не видел, может, там лучше, конечно. Ну так, автобус неплохой, в принципе, там можно ездить. Он есть, конечно, есть, но он не очень качественный, салон убогий. Снежки более-менее еще. Что вот таких бы красавцев хотелось бы увидеть. Но это все мечты уже. Мне кажется, мало кто занимается ОМСИ, потому что вроде как бы... популярность теряет, тем более конкуренция такая, симуляторов до кучи.
но лично по мне они ни о чем пока что. Вот эти вот новые бас-симулятор, бас-драйвер-симулятор, ну они все ни о чем, как бы, не знаю, что в них люди нашли. Здесь хотя бы можно ставить карты наши, там неизвестно, когда это появится. Омси не перепутал. Так, сейчас у нас ресторан Нива. По-моему, все, там уже будет конец. Здесь прямо наша остановка, блин, вечно пролетаю ее. Подарки для настоящих мужчин. Ой, засмотрелся. Эх, были в детстве мечты, да. Такая дорожка интересная. Деревенская начинается. Поля. Да. Заборчики, деревня. СНТ по требованию. Так, у нас есть выходящие. Так, что? Вышел кто? Вышла дамочка. Да, мне нравится. Блин, как вам, не знаю, пишите. Пишите, что-нибудь пишите. Так, налево, тихонечко, давай третью. Пишите, кто знает, на пазике трогаются с первой или со второй передачи, кстати. Подсолнухи, блин, вообще красота, конечно. Прямо вот красота, да? Красота. Вот такой бы домик в деревне, да? Блин, вообще нравится. Что-то у нас все видео какие-то деревенские, все в каких-то деревнях. О, приехали, парни, все. Я в каких-то деревнях, ладно, будет вам город. Выпускаем. Так, ну тут пассажиры заглючили, конечно, само собой. Ну, а на этом разрешить откланяться. Значит, вступаем в группу ВКонтакте, чтобы не пропускать новые видосы и трансляции. Делитесь на стене своими скриншотами из игр, из Омси, из ЕТС. Вопросы задавайте, постараемся ответить, решить. В общем, там активчик тоже наводим, да. Буду рад вас там видеть. Кому нравятся симуляторы, выживалки, бродилки, можете подписываться на канал. И поставить лайк или дизлайк, это уже решайте сами. Всем огромное спасибо за просмотр. Увидимся в новых видеотрансляциях. Всем всего доброго, удачи и... I take a cold hard look at the world now. Hold my hand out, got a plan now. I'ma help be the change cause I can now. Here I stand now, take my hand now. No pain, no gain, no shame. Work hard, play hard, okay. I think I get it now, don't wanna let him down.